Привет всем! Обзор еды для бедняков. Так, вот такие вот яблоки. Помятые. Мега дешевые. 20 рублей. Но более-менее нормальные нужно вырезать. Конечно, вот такие вот места. Но неплохо, я считаю, неплохой товар. Мандарины 65 или 68 стоили. Тоже вполне хорошие, но они могут быть с пятнами, и в этих пятнах уже сильно запротухнуть. Там начинают горечь, кислить. То есть надо выбирать очень внимательно. Помидоры то же самое, как мандарины, стоят 65 рублей. Обычные парниковые. Не буду их долго показывать. Яблоки, по-моему, это богатырь какой-то. С них надо счищать вот эту вот ерунду. И тогда нормально оно получается уже. 35 рублей. Ну, цена зашибись, кислые. Для любителей кислых яблок. Так, манго 18 рублей. Огромный. Грамм 300-400. Я уже взвешивал. Не буду конкретно эти взвешивать. Но видно, что оно большое. Посмотрите, оно большое. 400 грамм. Это где-то 300. 350. Отличная манго. Дефектов я не вижу. Вообще, вот этот вот почему-то я выбирал ровные, но я просмотрел или побил, пока нес. Такое место образовалось. Его надо быстренько съесть, чтобы не стухло. Те в предыдущих роликах можете посмотреть, где были манго другое, там перуанс, перу какое-то зеленое и желто-красное, совершенно стандартное по вкусу, одно 30, другое 45 стоило, ничем не лучше, даже которое вот самое дорогое было за 45, мне не особо понравилось, она как будто старая, 100 лет где-то валялась, все, весь вкус выветрился, чуть сладкое было, поэтому помимо вида еще может быть внутри вкус очень слабый, поэтому надо еще и пробовать все эти вещи. Ну, вот эти яблоки я попробовал, нормальные вполне. На этом все, до свидания, либертарианцы, становитесь либертарианцами, долой государство. И все будет отлично. Ну и вот эти, конечно, манго. Если взять 330 грамм где-то. Ну ладно, 400, но редко бывает. 3 штуки по 20-60 рублей килограмм. Ну это просто отлично. Манго. А, блин. Ё-моё, как я невнимательно выбрал. Помимо здесь удара, у него еще вот здесь вот. Блин, таких вот штук не должно быть. Это залет, это. Это уже гниль тут идет. Надо вырезать, но вообще лучше такие не брать сразу. Блин, что-то второе место просмотрел. Ну ладно. Ну все, до свидания. Обязательно подписывайтесь, ставьте уведомления. И покупайте в ларьках дешевые товары. До свидания.